Дорогу! Султан Сулейман хан Хазрет Лири! Хюррем. Сулейман. Сердце моего, госпожа. Пожалуйста, уходи. Я не хочу, чтобы ты видел меня такой. Хюррем. Я только что узнал. Оказывается, во дворце был пожар. Я благодарю Аллаха за то, что он сохранил тебя для меня. Так тебе сказали. Что сказали? Меня хотели убить, Сулейман. Они хотели сжечь меня. Я едва спаслась. Я написала тебе обо всем, что произошло. Дайя Хатун была всему свидетель. Я попросила ее тоже написать письмо. Какое письмо? Я ничего не знаю. Это все Ибрагим. Он не отдал его. Не хотел вас расстраивать. О чем ты говоришь, Хюррем? Только я и Аллах знаем, что я тогда пережила. Айбиге Хатун и Дайе Хатун спасли меня. Если бы не они, посмотри на меня. Я уже давно не выхожу из своих покоев. Я не могу открыть лицо. Я боюсь за детей, как бы они... чтобы они не испугались. Какая это уже по счету смерть, Сулейман? В чем я виновата? Почему они так со мной? Хотели отобрать у меня тебя, детей, красоту. Когда же закончится эта ненависть?